Я всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами разберем один из страйкбольных пистолетов марки Цума, модель CM-121. Вот здесь у нас есть инструкции, в том числе на русском языке. Эта модель является как бы копией боевого аналога Desert Eagle, что в переводе означает пустынный орел. Внешне этот пистолет похож на предыдущий, но видите, по размеру гораздо больше и по весу в том числе. Но сам принцип работы, как и все остальные страйкбольные пистолеты этой фирмы, у нее такой же. Он работает от аккумулятора. Здесь есть несколько кнопок, одни просто как муляж, другие все-таки имеют какое-то функциональное значение. Вот здесь я переключаю режимы с одиночные и на автомат. С другой стороны это просто муляж. Вот здесь у нас предохранитель, но здесь нужно с одной стороны нажать кнопку, и тогда только можно сделать, произвести щелчок, и вот не стреляет. Ну, а теперь, видите, свободно идет. Повторюсь по характеристикам, то есть скорость вылета пули в пределах 55-60 метров в секунду. Стреляет он пульками стандартными, пластиковыми, в диаметре 6 миллиметров. Вот аккумулятор, который дается в комплекте. Ну, он такой слабенький, но тем не менее уже можно использовать. Устройство для удобного заряда магазина. Вот здесь для аккумулятора у нас есть приспособление, чтобы заряжать, и подсоединяется к адаптеру. Ну, схема очень простая. Одни советуют, что где-то в пределах 3 часов надо заряжать такой аккумулятор. Ну, более лучшего качества аккумулятора там идут время другое. Но тем не менее, вот именно в данной фирме это идет в комплекте, и уже приобретя его, уже можно опробовать его. Итак, внутри у нас стандартное расположение механизмов, как и в предыдущих подобных пистолетах я уже показывал. То есть мы сейчас поставим аккумулятор, чтобы проверить, как у нас все работает. Ну, вот отдельно кнопка, чтобы механизм не был зафиксирован. Вот. И теперь вот в разных режимах он работает. Достанем магазин. Опять же, стандартный для такого, для пистолетов такой марки. 30 патронов сюда помещается. Прицельная дальность этого пистолета в пределах 13-15 метров. Стреляет, ну, хорошо. То есть, и хоть этот пистолет является игрушкой, тем не менее, ни в коем случае нельзя направлять на человека. Даже если вот в руку стрельнет, то он может остаться синяк. Ну и, естественно, нужно стрелять на определенном расстоянии до цели, чтобы пуля не вернулась к вам за счет рикошета. Ну, рекомендуется использовать очки также. Сейчас я заряжаю, вот как видите, удобно очень с помощью этого устройства заряжать этот магазин. И останется нам всего лишь проверить его в действии. Кстати сказать, этот пистолет мне любезно предоставил магазин Пентагон, за что я им благодарен. То есть, если что, обращайтесь к ним. То есть у них достаточно большой выбор. В основном они
специализируется именно на строгбольном оружии. Ну а мы сейчас проверим данную модель. Одиночный режим. Переключаем на автомат. Как видите, работает классно. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!